І неймовірну активність та жагу до мистецтва прокоментував у мережі архітектор Анатолій Ізотов. У нас є до нього і таке питання, але питання, власне, щодо майбутнього Воронцовського палацу, комплексу навколо нього. Він з нами також на телефонному зв'язку. Анатолій, вітаю вас. Доброго дня. От на вашу думку, ми почали з акції, яку проводив Кирило Бондаренко біля Воронцовської колонади. Чи любов рухала одеситами, які напали буквально на полотна біля Воронцовського палацу? Ну, я думаю, по поводу культури совєтського пространства, або там жорсткий капіталізм, він тут ні при чому. Якщо акція організована, ну, як би, не дуже... Скажем так, техническая сторона акции была организована не очень, то, в общем-то, в любом пространстве она бы имела бы такие последствия. Конечно, было немножко смешно смотреть на мамочек, которые до этого кричали, что с колоннады можно упасть, поставьте ограждение, а, извините, скакали по памятнику старины, причем не последнего человека в этом городе, который оставил след в этом городе. Ну, извините, многие животные по горам так не скачут. Ну, то есть это было обидно. Мало того, что сначала облик не довели до того нужного вида, так еще и, извините, начали по нему скакать. То есть тут вопрос, во-первых, локации, конечно, вопрос организации. Но нельзя поднимать вверх что-то возле памятника старины, который, извините, опустили. Это первый момент. А второй момент, то есть я думаю, что техническая, то есть идея хорошая. Единственное, что, ну, я бы посоветовал, ну, хотя бы, я, вроде как было заявлено какой-то акцион, многие, я знаю, действительно об этом писали, ну, направили бы, ну, может, не за бесплатно, ну, хотя бы там за какой-то минимальный взнос действительно на те памятники старины, по которым эти люди скакали. Вот. В конце концов, вот сейчас идет активный сбор средств на восстановление, вот мы занимаемся с ребятами французского бульвара, дача Анатра, вот, где просто не хватает финансов. Многие художники, кстати, присоединяются к этой работе, поддерживают ее своими работами, аукционами. Я думаю, можно было бы в следующем году провести и на даче Анатра такую акцию, и территория больше, и лучше можно организовать, тем более, что опыт организации мероприятий у нас там имеется. Вот, поэтому я думаю, что как бы просто сам момент организации, конечно, как бы желание получить что-то бесплатно, оно превалировало над, то есть, над какой-то вопросом культуры. То есть моменты культуры и какие-то такие отключились больше инстинкты ухватить. Это, кстати, не из жесткого капитализма, это из далеких 90-х, и когда вдруг кричали бесплатно сахар в магазине там, или там по дешевке, и все бежали. То есть это для любого общества свойственно. И, конечно, в первую очередь касается вопроса организации процесса. Ну, дуже класна ідея щодо дачі Анатри. Нагадаю нашим телеглядачам, що це локація, яку нині намагаються відновлювати в корпорації монстрів. Це найкращі благодійники нашого міста, які допомагають десяткам і сотням діточок і намагаються продовжувати це робити ефективно і вдало. І архітектори Одеси допомагають, власне, благодійникам, і Катерині Нажевніковій та її команді це робити. Ідея класна. Напевно, сподіваюся, Кирило Бондаренко чує, почув ваші слова і, можливо, насправді влаштує аукціон на території дачі Анатри з тим, щоб зібрати необхідні кошти. І, Анатолію, ще одне питання от щодо Воронцовського комплексу. Ви наразі там були не просто так, ви прийшли не на акцію Кирила Бондаренка, опинилися ви разом там несподівано. Ви з колегами домовлялися і радилися, що до відновлення колонади, але вже не Воронцовського, вона вже відновлена, а зимового саду Воронцовського комплексу. Це так? Ну, значить, смотрите, то мероприятие, которое проходило, оно проходило возле Бельведера. Колоннада, в общем-то, ну, с точки зрения архитектуры, это то, что есть, да, действительно, на самом дворце городской усадьбы Воронцовых. Мы, как бы, на сегодняшний день нами разработана документация по всему комплексу усадьбы, то есть это от военного спуска до Приморского бульвара, от Воронцовского переулка до Приморской улицы. То есть в полном составе, в том числе, которую, извините, испоганили часть Нижнего сада греки. Мы об этом знаем, об этом уже писалось. В данном случае у нас осваиваются просто некоторые технические вопросы в часть Воронцовского дворца, поскольку на сегодняшний день уже первый этап, сам Воронцовский дворец, согласован в части работ, внешних работ по объекту. Но некоторые работы
по как бы внешней работе, или, как говорится, по экстерьерам, они предполагают создание новых интерьеров. Поскольку та колоннада, или, скажем, колоннада самого дворца и сами стены дворца, между ними был когда-то зимний сад. Он был уничтожен сначала в период существования зоосада в 20-е годы, потом в основном домом пионеров, то есть идея им понравилась зимнего сада, но окончательно пострадала в 41-м году румынская, значит, администрация, когда, которая там создавалась, здание администрации Транснистрии, окончательно разобрала этот зимний сад. А на сегодняшний день стоит вопрос по его восстановлению. Восстановлению часть не только архитектуры, но и конструкции, технологии. Благо, выявлены были чертежи по этому узлу самого дворца, как прямые данные, так и косвенные, в том числе аналоги Салупки, где-то было реализовано и, слава богу, сохранилось. Кстати, благо, сохранилось и многое, что было с Одесского дворца вывезено туда и не пострадало в период оккупации Одессы, я имею в виду период Второй мировой. И вот как раз в этой части, да, мы советовались, потому что работы, которые были проведены до этого по дворцу, по гидроизоляции, не вовремя, или самые не закрытые шурфы, которые были сделаны вдоль колонн, привели к их подтоплению и просадкам самих колонн. Поэтому как бы идея убрать наслоение периода дворца пионеров, периода румын, к сожалению, и наших коллег-реставраторов из далеких 70-х, когда был по аналогу, к сожалению, сегодня залит бетон, я имею в виду аналог с колоннадой дворца, с колоннадой именно комплекса, бельведером имеется в виду, вот, убрать и вернуть те конструкции, поскольку конструкции старые, времен еще Воронцова, на бельведере, там, где проходила акция, были обмерены, настоящие конструкции. Был проведен анализ и установлено, что эти конструкции идентичны к тем конструкциям, которые были именно на колоннаде самого дворца. Вот. И наша идея восстановить, да, и зимний сад, и верхний свет, и, я думаю, в будущем, то есть и зенитные фонари, которые там были, и внутренние террасы, и лестницы. Лестница, благо, тоже сохранилась, только в переделанном виде. И в будущем, да, это может тоже стать некой такой локацией, площадкой для тех же художников, поскольку мы знаем, что в 1899 году Культ Эдуард провел там выставку своих работ в Воронцовском дворце. Вот, и, кстати, благодаря этой выставке у нас, значит, помогло стало составляющим материалом для восстановления интерьерной части этого зимнего сада, поскольку в период выставки был сделан ряд фотографий, зафиксировавший облик этого объема. Поэтому я думаю, что, вот, кстати, для художников, пока еще художники нас слушают, значит, у нас есть такой, значит, это и возвращаюсь уже к обратно к даче Анатру напоследок, когда мы консервировали само здание особняка на зиму, мы специально закрыли первый этаж полностью щитами и прогрунтовали. Для того, чтобы художники, одесские или кто-то там, у кого будет интерес к этому, могли эти плоскости, они огромные, там по 2 есть метра, по 3 и более. Вот, есть одно большое панно почти под, по-моему, метров 12 квадратных. Могли расписывать эти плоскости, и в дальнейшем мы могли продавать эти работы и деньги пускать через благотворительный фонд, который вот опекуется Екатерина Нажевникова на восстановление данного особняка. Так что плоскости есть, осталось найти мастеров, которые согласятся принять участие в такой акции. Дякую, Анатолій, за включення і за докладну інформацію. Це був Анатолій Зотов, архітектор. Анатолій зараз займається не тільки Воронцовським комплексом і відновленням колонади колишнього зимового саду, але ще і відновленням, власне, дачі Анатри, де має з'явитися замок монстрів. Телебачення об'єднує ідеї та неймовірних людей. Якщо оця ідея поєднати художників, ну, зокрема, Кирила Бондаренка і Анатолія Ізотова з командою корпорації «Монстрів», і у такий спосіб не дарувати картини, їх розігрувати на аукціоні, здійсниться, обіцяємо, що ми інформаційно підтримуємо цю акцію. Тож, говорили сьогодні і про мистецтво, і про реставраційні проблеми нашого міста, і, до речі, про благодійників, хоча і не планували про це говорити.